Порядка 4000 участников из более чем 100 стран мира приедут в Казахстан на 5-е Всемирные игры кочевников. Пройдут они в Астане с 8 по 14 сентября. Однако подготовка к мероприятию активно ведется уже сейчас. Что ожидает участников и зрителей, рассказали в ходе брифинга на площадке региональной службы центральных коммуникаций. Подробности в репортаже. 5-е Всемирные игры кочевников пройдут под девизом «Улы-Дала-Дубыры» – «Встреча в Великой степи». В столице будет открыт этноул под названием «Вселенная кочевников». Там каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также самобытной культурой стран-участниц. Ожидается, что посетить действо смогут до 30 тысяч жителей и гостей столицы. Состоится церемония открытия этноула Всемирных игр кочевников. В этноуле будет сооружена уникальная концертная площадка, большая и малая сцена, где будут ежедневно проходить мероприятия в рамках культурной программы. На сцене этноула Карагандинской области выступят лучшие народные театры области, областной академический казахский драм-театр имени Сакена Сейфуллина, фольклорный ансамбль «Арқасазы», академический оркестр казахских народов инструментов имени Татимбета и другие наши коллективы. Предстоящее международное мероприятие будет способствовать комплексному изучению и глобальному продвижению национальных этнических видов спорта. Это будет еще одним проводником для культурного сближения братских народов. Участниками станут представители различных ассоциаций, союзов и клубов. На лучших спортивных площадках Астаны пройдут соревнования по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта. Это такие виды спорта, как асык-ату, это национальная игра наша, ордо, национальная игра Кыргызской республики, архан-тартыс, конные скачки, состязания на лошадях, кок-пара-удар-спах, тенгелю, состязания по национальным видам борьбы, соревнования по видам единоборств, тоз-кумалак. Такие виды спорта, как вот мангала, интеллектуальная игра Турецкой республики. Первые игры кочевников проводились в Киргизии, где и была заложена устоявшаяся структура игр, которая состоит из трех разделов. Предыдущие состязания проходили на территории Турции. К нынешним состязаниям Карагандинская область готовит 5 тематических юрт. В первой юрте у нас будет выставка музеев Карагандинской области на тему кочевников. Во второй планируется показ обычаев казахского народа через театрализацию. В третьей юрте будет организована выставка достижений и туризма Карагандинской области. В четвертой планируем организовать выставку Карагандинского областного музея изобразительных искусств с лучшими работами художников области. И в пятой планируем проведение мастер-класса ремесленников и ювелиров нашей области. В течение недели будет проходить ярмарка лучших работ ремесленников Казахстана. Наш регион представит 6 ювелиров, которые продемонстрируют свои работы и дадут мастер-классы. Также запланированы конные скачки, национальные виды борьбы, стрельба из лука, состязания на лошадях и многое другое. Антон Александров, Шалкар Алтынбеков, Николай Шевелев. 5-й канал.